Ребят, всем большой привет, добро пожаловать на канал Ринка Мисс Кик. Меня зовут Рина, большое спасибо, что вы заглянули ко мне на канал. Сегодня хочу с вами поделиться своими новинками в уходе за телом. Если вам интересно узнать, что же я себе приобрела, и здесь я поделюсь не только простым обзором, но еще и поделюсь вам мнением о некоторых продуктах, которыми я смогла уже воспользоваться, и кое-что уже о них сложилось, кое-какое мнение. Если вам интересно, конечно же, усаживайтесь поудобнее, берите кружечку чая, и я вам желаю приятного просмотра. Итак, первое, что хочу отметить, это то, что данная марка, она идет у нас российского производителя, и данная марка идет вся натуральная, то есть это тоже очень-очень приятно. Уходовая натуральная косметика — это для меня такой, знаете, определенный новый этап в уходе за собой. Во-вторых, мне данную косметику прислали на обзор, и мне это тоже очень крайне приятно. Но несмотря на то, что мне продукция приходит на обзор, вы знаете, что я достаточно такой серьезный критик в плане любой косметики, я подхожу всегда достаточно тщательно, и несмотря на то, что покупаю я сама за свои деньги, либо мне это дают в дар для того, чтобы я попробовала, мое мнение от этого никак не меняется. Итак, начну с того, что данный бренд называется «Дары лета». Покажу я вам первое, что мне пришло. Это был бальзам для губ с малиной. Его здесь 50 грамм. И начну сразу же с минусов. Здесь не было никакой пломбы, никакой упаковки дополнительной, то есть он мне пришел вот так вот. Сроки годности здесь прописано, то что данный бальзамчик был произведен еще в январе 2018 года, он достаточно свежий. Могу вам сказать одно, ребят, он очень вкусно пахнет малиной. Это не химическая малина, которую можно встретить в косметике, это реально свежая вкусная малина, которую вот вы только что сорвали и растерли в руках, и вот этот вот аромат вани малины, это реально так. Могу вам сказать то, что в данном бальзаме присутствует небольшой состав. Я вам сейчас даже его зачитаю. Это идет у нас пчелиный воск, масло какао, азулен, миндальное масло, экстракт алоэ вера, экстракт малина, витамин А и Е. На самом деле я являюсь диким аллергиком, у меня чувствительная кожа, и один из компонентов в данном бальзаме является моим аллергеном. У меня вообще, точнее, даже не то чтобы на индивидуальный какой-то компонент здесь, у меня вообще аллерген на пчелиный мед, и мне говорил аллерголог, что мне нельзя ничего, что где есть мед, и что-то связано с пчелами. Но несмотря на то, что здесь идет пчелиный воск, я могу вам сказать, никакой аллергии не было. И знаете, это какой-то магический бальзам для губ, потому что, когда вы его наносите на губы, он круто питает, и он впитывается, знаете, вот не пленка лежит какой-то на губах и маслом каким-то, а он реально впитывается в губы, и это очень большой плюс. Я им пользуюсь сама, а также даю своему супругу, во всем пользуемся, и также использую его для кутикулы. Мне кажется, 50 грамм, мне хватит его очень-очень надолго. Смело могу вам порекомендовать, если вы в поисках какого-то натурального бальзама для губ, я вам от души могу вам посоветовать вот этот вот бальзам для губ именно с малиной. Приятно-приятно пахнет малиной. Очень-очень вкусно, мне понравилось, несмотря на то, что на нем не было пломбы. Следующий продукт, который я попробовала, и у меня осталось такое двоякое впечатление о нем, но я им пользовалась активно, наверное, неделю целую, и у меня уже кое-какое мнение о нем сложилось. И я вам сейчас говорю о таком вот скрабе для тела. Это у нас сухой скраб для тела со спирулиной и солью. Он вообще у нас предназначен как для дренажной эффективной глубокой очистки, стимулирует микроциркуляцию крови, ускоряет выведение жировых отложений из ткани, избавляет у нас от апельсиновой корки, моделирует контуры тела, насыщает витаминами и микроэлементами, защищает коллаген и эластин кожи, повышает эластичность, гибкость кожи, предотвращает появление морщин. Поняли, да? То есть для меня это вообще красная тряпка, когда я вижу такие огромные названия, точнее обещания от производителя, мне прям хочется попробовать. Что вам могу сказать? Я им уже, как вы видите, активно пользуюсь. Здесь такое ведерочко в объеме 800 грамм. И, кстати, это вот единственный скраб для тела, который мне попался в руки покупной, да, где реально огромный объем. 800 грамм. Я больше не встречала таких скрабов, серьезно.
Данный скраб, он идет в таком ведерочке, без каких-либо пленок, полиэтиленок. Он идет у нас со сроком годности 18 месяцев с момента вскрытия. И после того, когда я им воспользовалась, знаете, у меня было ощущение того, что, во-первых, здесь очень много красителя, и вы вся такая зелененькая. Но это все быстренько смывается, а по эффекту это вот такая вещь, которая офигенно классно отшелушивает вашу кожу, замечательно очищает, она тонизирует, питает. И тут у нас присутствует масло миндаля и витамин А, еще и витамин Е, помимо спирулины и морской нерафинированной соли. Ребят, это реально бомба. Я просто, знаете, вот вы же знаете, какой я скептик по поводу покупных скрабов. Вообще, как бы меня удивить, я вообще поклонница своего кофейного скраба, и лучше его я ничего, знаете, как бы мне сложно угодить. Здесь я осталась в диком восторге. Мне очень сильно понравилось, если убрать тот минус, то, что он дико пахнет водорослями, и то, что он окрашивает кожу. Но как всецело после использования и смывания с тела, это реально классная вещь. Вот сейчас, когда я им пользуюсь, мне очень сильно нравится. Мне нравится, насколько он подтягивает кожу. Смело тоже вам могу его посоветовать. Как такой, знаете, натуральный скраб. Если вы не хотите запариваться, сделать самой, вы можете вот этот вот купить. И согласитесь, не у каждого из нас есть возможность поехать на пляж, на море и воспользоваться солями морскими какими-то такими. А здесь очень классная альтернатива. Следующее, что я попробовала, осталась тоже, как ни странно, в восторге. Это была соль для ванн с лавандой. Ее здесь идет 700 грамм, называется Sea Salt. Она идет тоже у нас без каких-либо плон. Но здесь присутствует еще такая вот крышечка. И могу вам сказать одно. Она очень-очень пахнет лавандой. И вообще производитель нам говорит то, что вот эту всю упаковку нужно высыпать на ванну. Но тут очень яркий аромат лаванды, и я просто не могла это все высыпать. Мне было жалко на самом деле. В общем, я ее наношу дозированно, и дважды я принимала ванну, и мне очень понравилось. Здесь присутствует в составе соль морская, и также эфирное масло лаванды и пищевой краситель. Немножечко окрашивает воду, немножечко окрашивает ванну, но это очень быстренько все смывается. То есть для хозяюшек, девочек, не переживайте, все очень просто смывается. Мне понравилось, как она поработала на теле, она очень хорошо расслабляет, и перед сном, знаете, это прям палочка-выручалочка. Могу сказать, я вчера приняла ванну, вчера мы дико с Кириллом долго гуляли на улице, я замерзла, у нас еще холодные вечера, и прям, да, она меня спасла, это была просто палочка-выручалочка вчерашнего дня, тоже смело могу вам ее посоветовать на пробу. И два продукта, которые я еще не попробовала, и не знаю, какое у меня о них будет мнение, как попробую, обязательно расскажу. Это Magic Sugar Salt Scrub, он у нас идет фруктовый, цитрусовый фреш, и здесь тоже очень, кстати, приятный, хороший аромат, морская соль, сахар, масло какао, масло ши, экстракт лимоника, эфирное масло апельсина, лимон, экстракт ванили. Скраб активизирует обменные процессы, тонизирует и питает кожу, еще хорошо очищает, как пишет производитель. Могу сказать одно, вот кто пробовал когда-нибудь вот такие вот круглые сахарные конфеты, это мне всегда угощала моя бабушка, которые пахли какими-то цитрусами, лимоном, чем-то таким. Вот это скраб один в один тот аромат. Я не знаю, где производитель берет эту одушку, вот эти вот ароматизаторы, но это что-то, знаете, с чем-то. Я не думала, что меня можно как-то удивить скрабом для тела. Но одушка здесь просто великолепная, с удовольствием, конечно, воспользуюсь, и, возможно, сегодня даже на себя нанесу. Но я просто хотела потестировать и побольше узнать, как будет работать на теле вот этот скраб, поэтому на самом деле не попробовала еще вот этот скраб. Как попробую, обязательно с вами поделюсь своим мнением. И крайний продукт, который я еще не попробовала, но попробую уже в ближайшее будущее, это Magic Cream Mask с зеленой глиной. Девчонки, здесь 250 грамм глины. Вот этой вот масочки, и она у нас предназначена для восстановления баланса кожи, смягчить, снять раздражение, и это прям для меня, серьезно, я очень сильно, вы знаете, люблю маски с глиной, это безусловно просто то, что я очень-очень-очень сильно хотела попробовать у этого бренда. Все, конечно, ссылочки на продукцию я оставлю в инфобоксе, если интересно, конечно же, проходите, смотрите, читайте более подробно, я думаю, то, что вы тоже останетесь довольны, как и я. Еще раз повторюсь,
это бренд «Дары лета», наш воронежский производитель, российский. Так что, если интересно, конечно же, проходите, читайте, смотрите и выбирайте себе какие-то вкусняшки. Я с вами поделилась своим мнением. Надеюсь, данное видео для вас было интересным и полезным. Если да, конечно же, поддержите меня пальчиком вверх. Если зашли ко мне впервые, то подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новое видео. А если вы на меня подписаны, но вам по какой-то причине не приходит уведомление, кликайте на колокольчик и всегда будете в курсе событий того, что происходит на моем канале. Я вас всех люблю, целую, берегите... Я вас всех люблю и целую, берегите себя и своих близких. С вами была ваша Ирина, увидимся в скором, в очередном новом видео. Всем пока-пока!